Hello, ты находишься на канале AAA, и мы продолжаем прохождение Sacred. А у нас тут что? У нас тут, короче... Что? Мы дошли до новой локи, где наверняка нам дадут кучу заданий каких-то. Достань мне 2 бочонка вина, понятно, логично. А что, почему бы и нет? Мы же похожи на человека, который достает бочонки, да? Ты уже в курсе? Последний концерт аркадийского тура Blind Guardian пройдет в Зоненвилле, в Индии. Я только не пробовал, но мне никак не удается достать билеты, понятно. Еще кто есть? Какой-то получается проходной этот городок. Как всегда, таверне задание. Уничтожить нечто, которое когда-то была моей женой. Ты не помнишь? Блин, ну возьмем, ну 700 золота. Это значит, что задание очень простое. Я бы брал бы задание только определенной сложности. Ну, вначале, конечно, раскидали они задание прилично. Что ты хочешь нам предложить? Разгадай секрет оружия. Постой, разве ты что? Нас он хочет меня куда-то послать, да, вниз, типа. О, там есть, типа, это... Как его? Тяжелое задание, по-моему, синее. Я так понимаю, что синее задание — это, типа, сложное задание. Ладно, погоняем с мячом немножко. Так медленно. Место уже не осталось. Серьезно? Ну, посох нам нужен. 61 броня. На плечи нет, генеральский посох стремительности. Ну нет, не нужно. Энергооружие. У меня сколько? 55, 53. А, может пистолет может использовать только, например, этот? Как его? Ну-ка, как мы тут выглядим? Таким образом, и если мы оденем, например, вот эти. Ну, пускай они просто сильнее. 32, опыт за убийство плюс 6%. На 6%, конечно, типа, интереснее было бы качаться. Боевой молот, 85. На самом деле, что-то двуручное оружие, я бы сказал, мне вообще не зашло. Щит плюс 26, а мой плюс 22. Ну, пускай пока так. У меня 14. 5, у меня 6. Книжки почитаем. Упорячим. Погнали. Чё? Это энергооружие? А когда я успел его взять? Ну да, такое длинное. Что здесь за зверушками присматривает? Так, ладно. Нам в целом как будто бы... Чё? Награда. Что за награда? Что
что за нежданная весть. Ладно, пойдем по основному, украденные налоги. Там вон все будет, плюс там лошадь. Быстрее перемещаться будем, тоже надо нам. О, нежить, ничего себе. Так, окейушки. А, бывший солдат. Он за мной типа ходит. Гна. Не понял. А, павший герой, аж туда? Прикол в том, что, короче, основное задание, как я понимаю, у нас вот оно. А это дополнительное. Ну, давай хотя бы дойдем до телепорта, чтобы нам не возвращаться, потому что так издалека. Плюс, опять же, лошадь возьмем и пойдем попробуем. Ладно, выполним это павший герой. Очень интересно, что там надо. Что там от меня ждут? Вот это толпень. Показалось мне, но это не толпа. Это так, фигня. Семерых одним махом побивал. Так, отлично. Типа куда-то сюда. Здравствуйте. Так, допустим, мы собрали. Далее я тут задерживаться не хочу. Мы отсюда, короче, поднимемся туда. Чё за задание? Спустись туда, что-нибудь сделай. Пойди в винный погреб и узнай, что там происходит. Не хочу. Впервые откажемся от задания. Нежить против нежити. Неплохо. Так, конюшня. Мы наконец-то можем лошадь получить. А, попасть к ней можно только из деревни. Все понятно. А деревня за закрытыми дверьми. Все понятно. Берем, короче, первым делом обелиск. Заходим в деревушку и потом идем на павших воинов на задание. Обелиск. Я не знаю, что. Ну, чисто возьмем, типа, всякие задания. Дополнительные. Да, конечно. Спустись со мной в царство мертвых. Мой любимый умер, но по ночам я слушаю, как он просит «давай». И как спуститься где? Так, что-то еще тут есть? Не похоже. Нам бы обменять кучу навыков точно. Немножко я что-то это... Подзабыл, что нам навыки надо качать. Так, хочу я до конца, в конце концов, качать своих этих воинов преисподней. Пока используем чужое все. Так, что это? Мрачная решимость. Мрачная решимость, я не помню, что там. Козьба нам не нужна пока. Свирепая ярость, как будто тоже. Козьба. Козьба тоже. Так, какого уровня у меня навык 10-го? А могу я взять? 10-го? То есть сейчас, типа, он сейчас скажет, что я прокачать не могу? 11-1. Так, хорошо. Это у нас что? Мрачная решимость. Время восстановления, дополнительное здоровье, характеристики сила воли увеличивается.
целом, как будто мрачную решимость можно было бы и прокачать. Мрачную решимость мы, значит, отложим. А что увеличивает длительность невидимость? Шанс остаться невидимым. Ага, понятно. И сплочение душ увеличивает что? Радиус действия, срок жизни, существования трупов. Время восстановления прям прилично сразу поднимается. Так, такой у меня... Чего? Такой у меня, короче, вопрос есть. Хотел бы пробовать эту башню скелетов поставить. Интересно, что она, как она вообще выглядит, как она бьет. Или, ну, пока ладно, скинем, сплочение душ скинем. Смерть нам точно не нужен, и гибельный приступ нам, типа, тоже не нужен. Давай башню скелетов попробуем взять. И у нас остается раз, два, три. Защитное излучение. Блин, ну честно, защитное излучение, оно влияет на только на нас? Да блин, опять я что-то выпил. Защитное излучение. Аура, которая... Шанс отразить. Позволяет отразить некоторое количество урона, нанесенного в ближнем бою. И что она дает, если качать? Ух ты! Вот это нам точно нужно. Вот что стоит прокачать. Так, стрелковые, магические атаки. И на всех союзников, точно. И качнем мы, конечно же, теперь его. И в целом пока что, наверное... Ну, как бы, у нас будет, типа, две ауры, по идее. Вот, и та, и эта. Вот, просто получается, что... Еще навык есть. Не понял. Я типа качнуть могу в любой школе. А что здесь дает дьявольское дуновение? И увеличит количество дополнительного здоровья, увеличит скорость восстановления здоровья, снижает время восстановления других боевых умений, увеличит защиту и воина тени, становится сложнее ударить, увеличит вероятность состояния атак, значительно увеличит сопротивление физическому урону. Тоже интересно, тоже интересно. А здесь... Ладно, сейчас мы изучим и посмотрим. Башня скелетов. Пока что, короче, под защитой походим. Так, единственное, что нужно еще, это взять лошадь. Здоровенькая. Так. Сопротивление 13, время восстановления всех умений плюс 300, максимальное здоровье всадника плюс 22, скорость бега плюс 1,2%, скорость бега 2,2%, верховая езда, сила воли плюс 6, верховая езда, скорость бега плюс 4%. Ну давай. Спасибо. Ах ты блинский. Пока я на лошади, я не могу использовать это. А я не знаю, полезно ли нам это будет. Ну как бы пойдем, но нам это нифига не полезно.
Блинский, ну ладно тогда, не будем, короче, это... На лошади, походу, мы перемещаться. Потому что мне из-за лошади не применить скиллы. А отражение это офигенно. Ладно, короче, в итоге получается, что мы будем танком. И, походу, стрелковое оружие нам даже не взять. Какое-то задание, но непонятно зачем. Я все еще стою, слабак. Никто меня не остановит. Эй, вы там чё? Давайте-ка не будем такой фигней заниматься. Ой, господи, серьезно, на окраине города ты куда? Это типа обратно? Чицки. Только отошел-то. А, вон на окраину города сюда. Капец, у нас пати, конечно, из кучи человек. Пусть Люмин будет с тобой, мой бес. Да-да-да. Освободим их, анархия погубит нас всех, верно? Подожди, а кому? Вождь кобальтов там уже сдается. Непонятно, короче, куда нам надо. Это Орфей. Но хуже, сколько до заданий-то. Где там вход? Погнали. Царство мертвых, так царство мертвых, как говорится. Пока не вижу, чтобы отражался как-то урон, но ладно. Да, все вместе пойдем, блин, в царство мертвых, а что делать? Вот это тут, конечно, мобов. Здесь ощущение, что дальнее оружие чаще попадает. У зомбарей-то здоровье-то поболее будет. Ты не можешь меня победить. Ну, как будто что-то периодически отлетает им обратно. Не уверен, что, конечно, все, но... И чё? А, мы не со всеми расправились. В целом. Ну и что ты тут хочешь? Алтарь. Приветствую вас, мой господин. Предпочитаю избегать незнакомцев из низших слоев. А куда нам и зачем? Вон пост высших эльфов. Так, ладно, пока качнемся. Так, значит, мы можем купить изучение тактики, увеличить себе урон. Не забывай,
Давай возьмем, чтобы был 11. Живучесть. И изучение тактики пока что. 35% урон, нормально. Так, отлично. Значит, защитные еще. Вероятность отразить атаки, навыки привязки, отразить магические атаки, конечно же. 25%. И чтобы на всех, короче, перекидывался, да, вообще будет имба. Потому что любой какой-то массовый скилл будет просто по всем разлетаться. В обратку. А, и у меня еще, по-моему, новый скилл, это этот. Башня. Давай посмотрим, что это такое. Тринадцать? Серьезно? Ну так, в виде подспорья, как дополнительный просто урон, да, можно, наверное. Тебе повезло. Тебе удалось привести сюда мою возлюбленную Мэри Энн, а теперь помоги нам выбраться из подземельного мира, но сначала убей Орфея. И где Орфей? А, ну другое, понятно. Пойдемте. Получай. Ну да, стреляет, конечно, она не мощно. Прямо скажем, бесполезно почти. Ну, что-то периодически им отражается чуть-чуть. Просто вот это у нас компашка. Парочка зомбарей. Так, а нам куда? А, нам вниз. Серьезно, Орфей здесь живет? А, нет, наверх. Просто это какой-то алтарь. Ну и ладно. Ну и пошли дальше отсюда. Короче, видимо, придется пройти... Много, да ладно. Так, 49, у меня 61. 38. А здесь в этом щите 26. Кого они там бьют? Одному богу известно. Защита плюс 9, а у меня плюс 7. Плюс 10 защита дальнобойных атак. Ну, оставим пока так, окей. Где там Орфей? Помощник, конечно, из вас такие себе. Орфей, убей смертную и уничтожь зомби. Тебе удалось помочь двум влюбленным, как это утрогательно. Если честно, мое сердце поет от радости. Но боюсь, я не могу дать ему уйти. Подумай, что скажут остальные демоны. Правда, я в силах оказать одну небольшую услугу. Соедини их навеки после смерти. Нет, соедини, убить Орфея. Кость задета. Тоже сомневался, что скелет будет восставать. Игра сохранена. Так, мы спасены и все благодарны тебе. Ты выведешь нас из подземного мира? Да, куда же денусь-то? А что это? Надпись. Если меня нет, не беспокойтесь. Я появлюсь как раз во время вашей кончины. Искренне ваш Орфей.
Просто мало ли тут что интересное есть. Ничего интересного. Ну, на выход. Наконец-то. Почему двери сами закрылись? Не, я не хочу больше ни с кем сражаться, мы просто выходим. И так, блин, дофига времени уходит на то, чтобы просто тут пройтись. Банально. Да. У меня достаточно уровня для того, чтобы просто выйти отсюда уже. А то вас тут респавнит просто как не знаю кого. Игра сохранена, ну. Это что еще такое? Смотри, я снова жив. Как же мне тебя отблагодарить? Ах ты, посмотри, это что? Это что за фигня? Это что за фигня была? Что за нападение на меня? Так, короче. Давай зададим быстренько задание. Это где... Как его? Вождь кобальтов или как там оно было? А можно ее отпустить? Я просто не хочу ее задание выполнять. А, вы перебили огромную толпу кобальтов и даже уничтожили их вождя. Великолепно, вот ваша награда. Как это чудесно встретить тебя здесь. Вчера меня навестили. Так, отлично. Теперь нам типа сюда. Блин, ну мы далеко не успеем, конечно, пройти. Успеть будет хотя бы до этого добраться. Погнали, я думаю, мы успеем дойти до того восстановления. Ну, до этого монолита наверху. Потому что у меня, надеюсь, не будет 1001 задание по пути. Аванпост высших эльфов. Слабовастенький аванпост, конечно, честно говоря. Так, как-то... Странно, тут дорогу так ведет. Прям через этих. Похоже, да. Это скелеты рассказывают, что скоро маршировать с ними будет кто-то. Чем больше у меня хп, тем больше у меня хп. Сколько у меня, кстати, хп уже-то? 160. Ну не так уж тут много, конечно. Так. Скоро там пост. Мы если будем какого-то напарываться, только я думаю, что какие-то там прям толпы тогда разруливать будем. Вон там еще скелеты. Ну давай кинем башню скелетов. Типа она там кого-то стреляет, но по урону, конечно, смешно. А, у нее просто есть урон. Видимо, он от скиллов качается. Блин, нам до уровня-то совсем чуть-чуть осталось. Теоретически можно было прокачать. Чисто теоретически. Но мы не факт, что успеем. Блин, реально, если они все будут отражать урон, это будет просто мега-имба. Отлично. А что тут закрытая деревня? Непонятно, зачем закрытая деревня. Ну, давай пройдем вперед чуть-чуть тогда. Попробуем смотреть, что там есть. В этом задании.
О, может, мы качнемся здесь? Вряд ли, конечно. Ты не можешь меня победить. Так, мы отражаем ближние атаки, дальние и магические. В целом все, короче. Удобно, удобно. И еще... О, уровень, отлично. Блин, а здесь не дали, смотри. Здесь один, здесь уже два. Урон. Телосложение, давай в урон кинемся. Плюс 45% урона, это вполне себе. И, естественно, живучесть, чтобы у нас было... Сот здоровья. А не дохрена ли у нас здоровья? Но монолита, конечно же, тут не будет нигде. Сейчас возьмем хотя бы задание. И на этом тогда сегодня закончим. Есть ощущение, что задание, видимо, будет спуститься в землю. Осмотри руины и узнай, откуда доносятся странные звуки. Две звезды? Нет, мне такое не интересует. А я могу отменить задание? Ну, чисто из интереса. Ограбление. Это куда, получается, надо ее отвезти? Ванпост, недолгое. Обучение, выпьем, обучение. Главарь банды. Лагерь. А, вон оно, что там. Значит, мы его еще сдадим. Так, что мы здесь все собрали? Все сделали, все, что могли. Куча навыков собрали, гибельный приступ, мрачная решимость, решимость, яростный приказ, боевой стандарт, защитное излучение. Ну-ка, вот сейчас у меня 25, 25, 25, защитное излучение, 20, ну, короче, 0.5%. Ну, такое. Ладненько, что ж, в следующий раз мы пойдем туда здесь. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. Конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока, пока.